Сегодня я рад и горжусь тем, что мне выпала эта ответственная обязанность открыть этот вечер и спеть для вас те песни, которые сегодня я люблю и которые, мне кажется, вам нравятся. Ничего бы не было в нашей жизни, не было бы этого вечера, если бы не было самого главного. Да, любви, конечно, любви. Но сегодня гораздо большее место в моей жизни, например, занимает музыка. И я не знаю, что бы я делал в своей жизни, если бы у меня забрали и украли эту музыку. И когда я услышал песню, которая родилась очень давно, была написана очень давно, когда, наверное, я только познавал мир и жизнь, будучи совсем практически ребенком, я понял, что сегодня я хочу спеть эту песню. Тем более, эту песню пела великая певица, гордость этой страны, обожаемая мною и многомиллионной публикой по всему миру, София Ротару. Эту песню написал Арно Бабаджанян на стихи Роберта Рождественского. И сегодня я хочу подарить всем тем, кто пришел, кто нас смотрит сегодня с экранов телевизоров, эту песню и сказать, что жизнь продолжается, а моя, по большому счету, только начинается. Вслед за мной на водных лыжах ты летишь, за спиной растаял след от водных лыж. Ты услышишь их музыку, услышишь, как от волшебного смычка такая музыка. Уведу тебя от дома, уведу на беду всех знакомых, уведу, уведу, быть может, на беду. Одной натянутой струной мы связаны с тобой. Никогда не возвращусь я, никогда, никогда не запоет уже вода, без следа все смыло, без следа. Ложь не нужна, ей грош цена, струна ворвана.
Суперзвезда, суперчеловек, выдающийся артист Филипп Киркоров. Филипп, столько позитива, столько эмоций, столько энергии. Просто вот хочется сказать, человек-праздник. И девушки бросают цветы. К его ногам. Да, любят. Да, и я в том числе.